Всем привет, ребят. Добрался все-таки домой, и сейчас мы будем с вами начинать трешевать на новой подземочке. Буду вам постепенно записывать видосики. Сегодня очень много коллекционера, поэтому, к сожалению, я не смогу постримить, потому что, как обычно, у меня бомбежка от заявок, как и в ВК, так и в телеге. Постараюсь в первую очередь разобраться с коллекционером, а дальше уже буду пилить вам видосики по обнове, поэтому будет немножко задержка с видосами информативными на канале. Ну, я думаю, потерпите сутки, и уже тогда я смогу вам полноценно делать обзоры, дальше героев разных, прокачки и прочее. А пока надо выручать подписчиков с роллингами и с имбогероями. Так, ну что, давайте для начала сейчас посмотрим локацию нашу новую. Не узнал свой аккаунт. Так, древние испытания. Вот так вот. Начинается с первой. Вот такие вот призы мы получаем за прохождение. Давайте создадим команду. Я команду сейчас создавать имбовую не буду. Я не буду брать сюда топовых героев. То есть там донатных героев. Я постараюсь проходить локацию простыми героями. Да, у меня не вкачаны на 12, но я буду ставить более-менее адекватных героев, которые, в принципе, есть у многих, и для бездоната не проблема их достать. Так, окей, отлично. Что у нас будет? Однозначно у нас будет Купидон и Тыква. Купидона вот такого мы возьмем. Каменка. Ремка рунами. Так. Минотавра я брать не буду, так как у многих нету его. Дальше. Тыковка. Тыковка у нас будет берсовая. Не будет симба талантом. Буду пробовать берсовой проходить. Давайте так, с тыквы будем начинать. Тыква, берс есть. Артефактов уже нет, поэтому можно расслабиться, честно говоря. Так, дальше. Дальше. Одержимый однозначно будет с богом войны. Рунами давайте поставим. Что ему поставим? Поставим оживу. Так, одержимый есть. Дерево однозначно у нас будет. Но я буду такое использовать с живой. Так, дерево берем. Так. Хранителя. Утекание, ремка. Сейчас мы ему питомца какого-то поставим. Так, хранитель есть. Ворожай у нас будет. Давайте ворожай у нас будет с каменкой. Простой, добрый ворожай. Так, кто у нас еще такой интересный на домах есть? Ару пока трогать не будем. Давайте Дрейка возьмем. Вы уже в комментах там, если вам нравится такое прохождение. Так, Дрейка мы возьмем просто с БВшкой. И хотите дальше посмотреть все видосики, как я буду мучиться так же, точно как и обычные игроки. Возможно, не так буду мучиться, но будет точно сложно. Так, Дрейку мы поставим. Давайте грубую, хотя не грубую силу. Четверочку поставим, пакт. Так, Купидон есть. Так. Смерть. Попробуем, давайте смерть. Так, сюда мы поставим бога войны. Да, они у меня непростые, но опять же, я стараюсь заснять для вас, чтобы была хоть какая-то польза для вас прохождение. Так, Бигфута возьмем, думаю. Давайте сейчас я соберу тех, которых уже собрали. Так, вот наша локация. Конечно, неудобно, что коллекционер вместе с этим. Я не успеваю все сделать. Так, этот раз.
Давай пока не трогаем. Кстати, поставим сразу же заклинательницу. Так, Купидон. Дрейк. Тыква. Сейчас будем по мере нужды определяться с героями, поэтому будет не один видосик. Так, одержимый есть. Ворожей. Друид. Хранитель. Так, еще один у нас герой. Можно одного героя взять, да? Так, 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 так. Давайте Ронина возьмем. Определимся сейчас, какого-то Ронина. Вот, кстати, давайте с ожогом возьмем. Вот такой вот у нас будет состав. Первый, пробный. Посмотрим, что с этого получится. Так, первое испытание, поехали. Магии здесь, как вы видите, нет. Ну, танковать мы будем. Пробовать одержимым, что делать. Ну, первая, я думаю, локация тут на изи все пройдут. Сейчас посмотрим, до какой мы сможем пройти, и дальше уже будем определяться. Можно, в принципе, и Дрейком танковать. Так, давайте с тыковки пусть она разгоняется. Ну, тут без проблем все проходим. Не знаю, на каком мы застрянем. Ну, скоро где-то застрянем по-любому. Вот уже огнекрыл начался, ничего себе. Тут, кстати, надо убивать всех героев. Кто не смотрел, как я проходил на китайке. Ну, тут огнекрыл слабенький. Так, поехали дальше. Следующий. Ну, как видите, у меня много героев 12 скилла, но я ничего не могу поделать, ребят. Я бы проходил, возможно, если кто-то предоставит аккаунт, пожалуйста, прохожу на его аккаунте, там, с определенных локаций на видео будем мучиться, пробовать, решивать. Вы пишите, данные мои контактные у вас есть. Потому что у меня, как видите, аккаунт уже немножко перекачанный, но все равно попробуем, докуда дойдем, а там дальше уже будем мучиться. Я знаю, на каких будем мучиться, начиная с 21-й. Так, восьмерочка. Так, 10-я уже у нас идет, отлично. Ну, тут первое, как видите, тут ничего сложного нет, в принципе. Думаю, до 20-го должны дотащить. Сейчас проверим, посмотрим. Так, тыковку кинули. Вот Дрейка уже слили у нас. Начинается трешечок. Опять огнекрыл в конце. Вот смотрите, как мои герои просто шатает. Жесть. Он издали просто ушатал половину команды, блин. Так, ну у меня тут дерево реснет. Успеют или нет? Жесть, сейчас один огнекрыл полностью всех моих. Не, убили, убили все-таки. Отлично. Ну, как видите, уже на 12-м у нас уже появились проблемы. Так, а ну-ка тыковку отсюда, всех остальных отсюда кинем. Как видите, тыковка. Сейчас, кстати, на тыковку надо слона поставить, потому что она уже станется, к сожалению.
И не всегда вот этот страж будет у вас срабатывать, потому что, и опять же, там целей очень много, сейчас будут очень много проблем у нас с тыквой. Давайте сразу на тыкву поставим не ангела, на хранителя вместо этого ангела, а на тыкву поставим, на тыковку поставим вот так вот слона. Ну, тут, конечно, можно брать Анубиса, Фрай, у кого есть там Бигфут и остальные, но я постарался собрать самый такой легкий составчик для того, чтобы здесь потрешивать сейчас. Так, смотрим. Ну, пока, пока удачно. Так, есть. Поехали дальше. Так, тыковку можно где-то здесь кинуть. Там ее, в принципе, не особо достают. Так, минус 0 у нас уже Дрейка. Отлично, у нас тыква. Воу-воу-воу, Фрейя есть. Нифига себе. Нормас. 15-е пришли. Так, смотрим, что здесь у нас. Ну, тут пока все слабенькие еще. Ну, давайте отсюда попробуем запустить вот так вот всех. Можно драйком танковать. Видите, я драйком сейчас танкую. В принципе, получается довольно-таки неплохо. Вальку тоже можно брать сюда для тыквы. Так, окей. Вот то же самое. Начинаем с тыковки. Кидаем всех в помощь. Для разгона. Так, тыкву снесли. Вот, это, по-моему, уже начинается. Начинаются у нас, ребята, проблемки. Начинаются у нас сливы. Смотрите, как нас красиво слили. Некрос. Давайте попробуем через Некроса забежать. Там Некрос, Рибит. Воу, как мы их всех зафигачили жестко. Так вот, 17-е у нас уже проблема. Так, давайте попробуем тыковку сюда, всех остальных сюда кинуть. Самое главное, вот смотрите, Некрос просто тупо тыкву слил. Сволочь. Просто через тыкву пошли и все. Так, отлично. Не, жесть. Вот это начинается, ребята, жесть. Дрейк. Дрейк, конечно, красавчик. Ронин. Ронина слили. Все. Остался один ворожей. Жесть. Давайте отсюда попробуем. Вот тыковка дала нормальный разгон. Сейчас, кстати, смотрите, вот тыковка разогнала и отлично пошло. Ну блин, не хватает уже, не хватает разгона тыквы. Анубис нас просто всех только что поимел вместе с Некросом. Жесть просто. Что творится? Три героя осталось. Ну, давайте, затащите Некроса, блин, этого. Это жесть. Ну... Я в вас верю. Фух, есть Некроса затащили. Остался один Анубис у нас. Я надеюсь, он нас сейчас не сольет. Видите, срабатывает у него его скилл. Нормально так мы и проседают сразу же. Сколько у него там жизней? Это жесть, конечно. Ворожей спасает. Реально очень спасает. Так, отлично. 18-е мы прошли. Поехали дальше. Так, что тут у нас? Мы попробуем с тыквы. Всех остальных сюда сейчас кинем. Вот тыковка дала разгончик сразу. И сразу мы же все на... Опять же на том же самом Некросе просели, блин. Причем жестко просели. Очень много автопрокеров здесь.
Так, ну давайте попробуем где-то с другой стороны тогда забежать, где-то отсюда. Тут у нас там тыква. Блин, жестко-жестко мои приседают. Некрас там, конечно, долбит. Не знаю, тут такое ощущение, лучше даже не брать массовых дамагеров. Брать зональных. Ну-ка, попробуем через черепа. Надо бигфута сюда брать. Ну, так они моих сольют, нефиг делать. Единственный вариант, что сейчас дерево. Ага, дерево. Ну, давайте отсюда попробуем. Ну, дерево, давай. Просто жесть, как Некрос гасит. Да. Я представляю, как вам будет здесь проходить. Нереально просто. Насколько это все сложно. Так, ну-ка попробуем тыковку отсюда, всех остальных с другой стороны. Тыковка дала разгон, отлично. Вот, кстати, вот место надо искать для тыковки, для разгона. Там, где будет тыкве разгон, пойдет все отлично. Так, тыква, тыква, давай, 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 давай. Замочите Некроса. Красавчики. Просто красавчики. Черепа. Ну все, думаю, затащим. Отлично. Ну, как видите, дерево надо однозначно. Седна не то. Супер. Поехали дальше. 19-е испытание. Кидаем тут тыковку. Наверное, тут всех остальных. И пробуем трешевать. Разгончики есть, отлично. Вроде пока, тьфу-тьфу, удачно. Самое главное, чтобы тыква разгон давала вовремя. Так, на ком-то мы зависли. Тут у нас там шатает жестко. Супер, есть. 20-е испытание, ребят. Мои любимые огнекрылы. Нет, тут только один пока. Так, кидаем сюда всех остальных. Все остальные просто сосут лапу сейчас сбоку. Какие тыквы, понятно все. Так, давайте, ну давайте попробуем. Жестко убрали тыкву, конечно, блин. Хоть бери и тыкву не кидай первой здесь. Ну а так вроде, смотрите, сносим. Можно, 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 можно. Сейчас найдем место, наверное, отсюда снизу запустим всех. Так, ну давайте попробуем еще раз. Да, тыкву, видите, сносит. Автопроком сразу сносит, причем очень жестко. Ладно, сейчас будем с драйка стартовать. Пусть лучше Дрейка снесу, чем тыкву. Вот, отлично. Разгончик пошел. Отлично, отлично. Одер, кстати, неплохо смотрится. Посмотрите. Вот самое главное, что есть разгон. Дальше, конечно, у нас огнекрылые просто стоты могу шатали. Так, ну, тут так. Блин, ну с кого же начать? Ну, давайте еще разок так попробуем. Конечно, шатают не по-детски, но снизу, видите, стоят у нас тотемы, и реально очень, очень тяжело. А бежать вот так вот на толпу тоже не вариант. В общем, я думаю, я на этой подземочке остановлюсь, буду дальше уже следующий видосик вам пилить. Вот так вот я прошел с 1 по 20, почти 20 не зафармил. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, проходить ли вам дальше такими героями трешевать, потому что у меня только единственный шанс пройти, одна попытка и все, если прошел, ты уже больше не можешь другими героями проходить, все, всем желаю удачи в прохождении, всем пока.